Прием граждан по вопросам социальной поддержки провела депутат Народного собрания Дагестана Елена Ельникова. Так, инвалид второй группы из Махачкалы Муса Аскеров обратился с просьбой помочь получить ему санаторную путевку. С аналогичной проблемой пришла Лаура Багандова. С жалобой на задержку выплат на детей от 3 до 7 лет обратилась многодетная мать из Касписка Хадижа Таджанарсланова. Махачкалинка Эльмира Каримова попросила содействия в улучшении жилищных условий. Всего Елена Ельникова рассмотрела и приняла меры по 7 обращениям.